Жизнь знаменитых людей всегда на виду, но не только радостные моменты интересуют поклонников и журналистов. Звезды, потерявшие любимых, в нашем сегодняшнем видео. Возлюбленный актрисы Марион Котийяр на ее глазах выбросился из окна. Парень выжил, но остался инвалидом. Марион была рядом и надеялась на выздоровление, но молодой человек предпринял еще одну попытку самоубийства, которая обернулась смертью. Сия, австралийская певица, пережила смерть бойфренда Дэна еще до того, как стала известной. Его сбила машина. Певица очень тяжело переживала смерть, подсела на алкоголь и наркотики. В этот непростой момент Сия боролась с депрессией с помощью музыки. Именно Дэну она посвятила песни, ставшие впоследствии хитами. Попытка создать счастливую семейную жизнь закончилась для Киану Ривза трагически. Кроме жены, актер потерял ребенка. В 1999 году звезда «Матрицы» готовился стать отцом, но на плановом сеансе УЗИ врач сообщил, что малышка умерла. Оправившись от трагедии, актер уехал на съемки. Ему позвонила подруга супруги и сообщила, что та попала в автокатастрофу и погибла. Лиам Нисон с Наташей Ричардсон прожили в браке 15 лет. Всей семьей они отправились на горнолыжный курорт, где Ричардсон каталась по учебной трассе без шлема. Она упала и ударилась головой. От госпитализации Наташа отказалась. Через несколько часов состояние ухудшилось, женщина впала в кому. После смерти мозга актрису отключили от аппаратов жизненного обеспечения. Мерил Стрип потеряла жениха Джона в 1978 году. Когда Мерил поехала в Австралию на съемки сериала «Холокост», Джон не стал ей препятствовать, промолчав о своем страшном диагнозе. Врачи нашли у актера рак. Через несколько месяцев Мерил вернулась и нашла жениха в ужасном состоянии. Из-за болезни он уже не мог встать с кровати. Последние 3 месяца жизни Джона она не отходила от него ни на шаг. Пирс Броснан потерял жену в 1991 году, которая скончалась от рака яичников. Врачи обнаружили недуг в 1987 году. После 4 лет борьбы с болезнью актриса умерла. В 1995 году Линди Истман, жене Пола Маккартни, диагностировали рак груди. Она 3 года отчаянно боролась с болезнью, но в 1998 году умерла. После смерти Линды Пол активно занялся сольной карьерой. Жена режиссера Романа Полански, актриса и модель Шэрон Тейт, была убита в 26 лет членами секты маньяка Чарльза Мэнсона. На момент убийства Тейт находилась на последних месяцах беременности. Актрису нашли повешенной в их с Полански доме со множеством колото-резанных ран на теле. Также были убиты все ее друзья, находившиеся в доме, а на входной двери преступники кровью написали слово «свинья». Совсем скоро выйдет 2-я часть видео, в которой мы расскажем о российских звездах, потерявших любимых. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новый выпуск.